Раз-два, раз-два-три. Здравствуйте, дорогие друзья. Это даже совсем не прохождение, а обзор бесплатной ламповой игры, необычной, как про пчелок. Что это такое, я сейчас, в принципе, поясню, какой у нее стиль. Вот, допустим... Стоп. А, это пройденный стиль, да? Пройденные мы проходить не можем, да? Понятно. Ладно. И вот получается, мы по всей локации ищем пчел. Ищем, находим. Вот. То есть... Игрушка необычная, но довольно-таки на внимательность. Если вы такие игры не предпочитаете, то вам нет смысла это играть. А если хотите просто расслабиться, то в принципе такие игры, они, ну как, не напрягают. Ты просто играешь, наслаждаясь процессом, типа. Вот. Такой вот кликер с элементами нахождения. Так что, если кому-то, в принципе, нужно расслабиться и потыкаться, пчелок поискать, то, в принципе, это довольно необычный продукт. Ой, Буратино, типа, что ли. Да, это довольно, в принципе, и детям было бы интересно просто искать, тыкать, как говорится, соты, по-моему, да? И ты смотришь, рассматриваешь, проходишь. Пчелку еще две где-то, да? Так. И где я профукал что-то последнее? Где-то наверху. О, между этих спряталась. А еще ж соты нам нужно найти. А соты где? Один сотен. Но это не соты. А, вот это соты. Вот. Как-то так. Ну, в принципе, я хочу сказать, советовать данную игру, в принципе, или нет. Скорее всего, советовать. Если любите такие простенькие, необычные игры, то, в принципе, советую вам ее опробовать, в нее поиграть. Вот. Надеюсь, она вам понравится. Я музыку выключил, потому что авторские права предупредили создатели и разработчики. Вот. Она есть бесплатно в Steam, я, в принципе, и ссылку на нее кину, и обзор будет на нее вот такой вместе с видео. А всем спасибо за внимание, я вот показал, как выглядит данная игра. Вот, всем спасибо за внимание, ну, всем до скорого, всем удачи, всем пока-пока.